Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать следующий вид рукава тюльпан моделирование. У нас есть выкройка рукава коротенькая. Как создавать выкройку рукава, у меня есть на канале. Ссылочку оставлю под роликом. Итак, раскрываем. У нас есть сгиб, то есть половина. И от этого мы отступаем 2,5 сантиметра. Вот так вот. Отступаем 2,5-3 сантиметра. И отсюда, снизу, тоже 2,5-3 сантиметра отступаем. И мы должны вот так вот обвести. Вот так вот мы обвели. И по этой линии сделали вырез, то есть вырезали это будет верхняя сторона. Здесь еще должна быть одна деталь. Здесь я определила центр рукава. Итак, сделала я еще одну такую же, и теперь наоборот с этой стороны. То есть ставим лицо к лицу, если это ткань, и вот так вот наводим. Отмечаем центр. Вырезаем. Делаем отсечки в центре. И теперь смотрите, это верхняя, это нижняя. И теперь вот это надсечка, надсечка к надсечке. Вот так вот подставляем. И в итоге получаем вот такой вот интересный рукавчик тюльпан. А можно вот так вот подколола булавочкой. И мы получаем вот такой вот рукавчик. Смотрите, интересный. Для того, чтобы это сшить на нашу пройму, сначала вам нужно вот так вот. Вот так вот. Сделать строчку. То есть соединить вот эти вот две детали, которые у нас имеются. А потом уже свободно строчить по пройме.